Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посмотреть вам канал Максим Гейм. Он снимает видосики на Амазинге на 6-м сервере. Также крутит рулетку, делает стримы. Поэтому обязательно подписывайтесь, пацаны. Это, если что, не реклама, он мне деньги не платил. Я просто решил сделать ему приятно, поэтому обязательно подписывайтесь на него. Смотрите его видосы, поддерживайте. Я думаю, он заслуживает этого, поэтому ссылочка будет в описании. Обязательно переходите, подписывайтесь и поддержите парня. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Родина Ролеплей, Центральный Округ. Моник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте моник перерегистрации. Итак, сегодня я вам покажу скин, который я купил за 5 миллионов. Это вроде бы как редкий скин, и госцена его 9 миллионов. Я точно не знаю, правда эта информация или нет, но напишите мне в комментариях. И давайте я вам сейчас покажу скин. Я специально включил вид от первого лица, чтобы вы сразу его не увидели. Хотя по привычке вы могли его увидеть. Ну ладно, пофиг, короче. И еще один скин покажу, очень интересный. Я думаю, вы офигеете просто, что у меня есть такой скин. Итак, вот этот скин, какой я купил за 5 миллионов. Купил я его у Джонни, кстати. У Джонни Прайт. Кстати, он теперь не Джонни Прайт, а вот мистер Путбуль. У него... мистер Путбулови у него ник, короче, потому что... у человека был похожий ник, короче, как у него, Джонни Приде, по-моему. И вот этот Джонни Приде написал жалобу на Джонни Прайт, чтобы, типа, ну, ник, типа, фейк. И его забанили. Ну, потом разбанили, он поменял ник на мистер Путбулови, короче. И недавно я ему, короче, там бабок подогнал. И нам вчера админы, короче, нам писали... проверили нас на продажу виртов, либо покупку. Но ни покупки, ни продажи виртов не было, поэтому все хорошо, как бы. Все отлично. Просто замечательно. Снимаю, пацаны, я очень поздно ночью. Вот, можете сами наблюдать. 3.16. Кстати, вы мой скин могли спалить на стриме. Я его показывал. Я сразу, кстати, закончил стрим и решил записать серийку сразу, чтобы потом днем выложить, как бы... поэтому вот такие вот дела. День рождения мое прошло. Всем спасибо, кто меня поздравлял. Просто огромное спасибо. Было, наверное, человек 300-400, кто меня поздравил. Это в ВК и в комментариях под видео. И на стриме. На стриме, конечно, много людей поздравляло меня. Большое спасибо. Очень было приятно. Вы просто у меня самые лучшие. Реально. Вы у меня просто самые лучшие. Итак, вот такой вот я скин купил, короче. Не знаю, почем их продают вообще. Ну, блин, вроде... это дорогой скин. Напишите, кто знает, дорогой это скин или нет. Я просто реально без понятия. Я купил его чисто по приколу. Я отдал за него последние деньги, но... я выращиваю вот черепах и продаю их. У меня бабочки имеются, как бы. Накоплю бабочки, пацаны, будет конкурс. Обещаю, просто вам обещаю конкурс в ближайшее время сделать. Либо что-то продам, либо буду копить, короче. Черепахи, кстати, сейчас не ставятся, потому что какой-то баг. Наверное, после рестарта сервера... все будет работать. Смотрите, вот я хочу поставить, допустим, черепаху, да? Так, опускаю воду, там, бла-ла-ла, вот так вот все. Нажимаю, видите, вы не можете здесь разместить рыбу. Окей, давайте попробуем вот туда перекинуть эту рыбу. Давайте вот здесь попробуем посадить. Не знаю, какой-то баг, нельзя садить, блин, это очень обидно. Я хотел ладочь поставить, как бы, блин. Чтобы рыба росла, и я зашел утром бабочки, снял и все. Ну как снял, отвез, продал и все. Видите, все, не работает, пиздец просто. Не знаю, надеюсь, это после рестарта сервера профиксит. Потому что не хотелось бы, чтобы, блин, это надолго задержалось, потому что у меня всего лишь 460 тысяч. Нужно за хат там платить, там, туды-сюды. И вам нужен конкурс сделать, короче, да. Давайте я вам еще один скин покажу, короче. Бля, надеюсь, он вот этот не пропадет, потому что это будет сейчас пиздец. Так, хоус, меню дома, шкаф. Так, одежда. Вешалка с одеждой. Так, переодеться. Вот такой у меня скин еще есть, пацаны. Мне его Джонни подогнал, Прайд. Ну, он уже мистер Путбулви, короче. Ваня, короче, подогнал мне, это скинец. Такой прикольный. Кстати, по-моему, насчет модпака...
что решили вернуть старую версию, потому что этот, типа, не оптимизирован. Что-то я об этом читал в группе. И сегодня будет, короче, в 14.00, по-моему, или в 15.00, буду заполнять автосалоны машинами, поэтому у вас есть шанс урвать себе какую-то охуенную машину. Я думаю, это очень круто. Я, может, тоже буду ловить, хотя у меня, блядь, места нету. Меню дома. Так, шкаф. Одежда. Переодеться. Вот, все, заебись. Скин у меня постоянно остается. Это хорошо. Это реально хорошо. Давайте скриншотик сделаю по бурику. Так, все, я скриншотик сделал. Так, а ну, у нас какое-то улучшение дома есть вообще? Так, 8-й уровень, гардероб. 130 тысяч, так, висительность, 5 наборов одежды. Да мне это не нужно, в принципе, я скины не особо меняю, как бы. Поэтому, да. Продукты, налоги, продать дом игроку, продать дом. Улучшение, так, поселить игрока. Мне, по-моему, а, у меня никого нету, кстати, в доме, у меня есть два места. Кто хочет, чтобы я поселил, то пишите мне в ВК, либо когда я в игре буду. Я вас с радостью поселю, мне не жалко, в принципе. Поехали, купим скин, какой у меня был до этого. Короче, там скин был тот самый дорогой за 100 тысяч. Я решил взять Бугатти, потому что я думаю, вам Audi полиция уже надоела. Мне она не надоела, я думаю, вам надоела, поэтому разнообразим Чироном. Раньше я на Чироне ездил, а сейчас езжу на Audi полицейской. Здесь я буду заговариваться, потому что уже спать хочу очень сильно, но решил записать вот такой вот видосик. Так, вот ближайший магазин одежды, давайте здесь купим скин. Главное команду прописать, она будет сейчас написаться, когда мы заходим. Так, вот, Hose Skin. Так, Hose Skin, заранее сделаю команду. Это сколько места? Еще одно место, по-моему, должно быть, да? По идее. У меня бета модпак все еще, я не ставил новый, потому что, ну, я слышу, что говорили, что он лагает. Видите, у меня бета модпак такой прикольненький. Заебись. Конечно, нету скинов тех, что были раньше, там, типа, как они? Ну, типа, там вот эти, блин, желтые чудики, там, и так далее, их нету. Ну, я вот этот хотел купить, короче. Все, я купил его. Все, чтобы у меня такой был скин тоже, и все, и будет заебись прям. Будет прям заебись. Так, открываем машину и не знаю, куда еще прокатимся, может, куда-то. У меня 284 тысячи осталось, блин, ну, такое. Кстати, ну, я видел, тут парочки женились. Надо глянуть интерьер. Чисто так интересно. Мне. Так. Хм, нормально. Неплохо. Так, для того, чтобы пожениться, вам нужен сотрудник мэрии. Для развода ведите... Ага, 4000. Не, ну прикольно, чё. Сотрудник мэрии. Я фракцию никакую пока не хочу идти, в принципе. Ну, не знаю, какие-то фракции здесь мне очень как-то нравятся. Ну, я вообще не привык во фракциях быть, поэтому, может, из-за этого, да. Эх, жалко не засадить сейчас черепашек, чтобы я уже утром зашел, и у меня были бабочки. А так, блин, придется ждать, пока вот это все сделают, профиксят и так далее. Это довольно-таки не круто, я вам скажу. Но все же. Сейчас я давайте покажу вам дом Джонни напоследочек, может, кому-то будет интересно. Ну, блин, Вани, короче, дом. Дом Вани. Кто на мазинке играет, тот поймет, о ком я говорю. Блять, это трудно его будет найти сейчас. По-моему, вот этот. Не этот. Следующий, по-моему. Ну, короче, да. Надо проехать. Наконец-то я нашел его дом, короче. Да, живет он, конечно, не рядом со мной. Намного дальше, там, через домов, наверное, 10 аж. Ну, 8-10 где-то домов. У него есть гараж. У меня нету гаража, да. В чем плюс гаража? Что вы не платите налоги. Вот у меня машины на улицах стоят, и я за них плачу налоги. А Джонни, ну то есть вот он, его ник новый, кстати, мистер Путбулови, если что. Я же ему денег подарил, а подумали, что он верты купил, короче. И нас проверяли, спрашивали, сколько мне подарили эти 60 миллионов. Ну кто не знает, мне подписчик подарил 60 миллионов. Где-то дней 5 назад, наверное. И я поделился с Джонни, как бы, и они подумали, что вот он купил валюту там. Мы говорили, во сколько мне подарили деньги, во сколько я ему их передал, эти деньги там.
куда их, ну и что видосы на канале есть, короче. Ну, разобрались. Никаких претензий, короче, не было. Это самое главное. Честно, ник данного администратора не помню, я в Дискорде помню, что у него там, что на не помню, короче, как там у него ник читается. Да я вообще не знаю этого администратора, как бы. Это, по-моему, за четвертый уровень админки или пятый. Я не знаю точно, короче. Давайте к нему зайдем домой. У него много, кстати, скинов прикольных. Интерьер такой самый, как у меня. В принципе, ничего нового. Войско тоже 2,5 миллиона. Так, у него тоже рыба не садится, да? Да-да, у него тоже не садится рыба, короче, да. Ну, бывает, блин. Я думаю, это профиксят по-любому после рестарта. И все будет отлично работать. Ну, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите... Все-таки я дорого купил скин этот за 5 миллионов или дешево. И не забывайте увидеть мой ник при регистрации. Всем пока-пока.